Добрый день, друзья! Сегодня 20 марта. Вот посмотрите, как уже подсыхают дороги у нас. День сегодня солнечный. Правда, холодный ветер будет, как обычно, с Байкала. С другом мы сидим дома, потому что в устье нету Бармаша. Озера вверху Баргузинского района все промерзли. Так что корытом поймать не могут. Мы сидим дома. Сегодня решили проехать до Байкала. Посмотреть, что там. По прогнозу обещает с завтрашнего дня тепло. Весна вступает в свои права уже конкретно. Дорожки подсыхают хорошо. Асфальт по улице Ленина уже высох. Сначала дороги высыхают у нас в Баргузине, где асфальт с советских времен лежит, где сыпали летом, зимой песок. Вот в этих местах. Так что едем-то брать, впереди виднеются. Сейчас едем в Холодянке снова. Местах, где тень, дорога стоит по-зимнему, даже не подтаивает. Вот дорога на Холодянке, друзья мои, уже освобождается от снега, посередине земля, вон снег уже в лесу заметно как садится. Яркое, меня всегда поражает весной. Яркое такое солнце, яркое-яркое. И позолота на соснах такая. Гора Холодянки, Холодяночный мыс. Вон сакуи какие. Целые горы. Становая щель. Местность Холодянки. Вот становые торосы. Снег уже крепко держит. Вдали вот как наползают они. Все равно проваливаешься. Thank you.
Вот какая гора, силище. Какая силище. Щель почти у самого берега здесь идет. Пещера снежного человека, друзья мои. Thank you.